У памятника Берлинскому воздушному мосту отметили во Франкфурте на Майне 70-летие операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР. Изюмные бомбардировщики, так их назвали после того, как летчики по собственной инициативе стали сбрасывать пакетики со сладостями берлинским детям, доставляли продовольствие и предметы первой необходимости. Южным отправным пунктом был Франкфурт на Майне. Блокада Западного Берлина стала первой открытой конфронтацией Сталина с его бывшими союзниками, проведенной сепаратно в трех западных секторах Германии денежная реформа вызвала ответные действия советского руководства. Блокада продолжалась около года. За это время снабжение союзных войск и 2-миллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация США и Великобритании. Поставки начались с 1000 тонн груза в день и скоро достигли 4-5 тысяч. Советские войска полетам изюмных бомбардировщиков не препятствовали.